Здесь отметился аж тремя мячами. Два технаря есть в «Локомотиве». И вот так можно, оказывается, Пеняев. Мощнейший удар и гол. Просто шикарный проход в исполнении Эдгара Сивикяна. И пас под удар другому технарю, Сергею Пеняеву. Два технаря организовывают взятие ворот Оренбурга. 1-0. «Локомотив» легко открывает счет первым же ударом в створ ворот. Сармели. День рождения, бьет по воротам! Было бы совсем красиво, и тогда совершенно точно никакой москвичев не потащил. В направлении Сулейманова была передача. Может быть, еще будет попытка. Удар какой ты! Выше ворот летит мяч. «Локомотив» в атаке, прострел, опасно, удар. Сивикян сегодня определенно заслуживает гола. И делает все, чтобы это произошло. Но показалось, что Эдгар был не совсем готов к такому подарку судьбы. Он, видимо, предполагал, что Караташ сыграет по этому мячу. Так, Пеняев снова продолжает лезть вперед. Сергей великолепен. Просто потрясающий. Просто потрясающий мяч. Забивает Сергей Пеняев. Вот в первом тайме ему этот проход не удался, соперник был готов, но теперь этими быстрыми решениями. Койрам. Передача, и Карпукас наказан голом. Самошников лезет на троих, подает удар в дальний, стремительно. Оренбурга. Подача на ближнюю, и мяч летит в ворота. «Локомотив» одерживает, на самом деле, довольно уверенную победу над Оренбургом и продолжает идти на первом месте в турнирной таблице.